заводить паспорт. Да? Готовимся к первой приезду. А возраст какой у него сейчас? 3 месяца. На АГУ и вот. Ага. Проблистогонились. Сегодня все достаточно хорошо. Каких-то явных аномалий мы не видим. Угу. Самый важный момент – кормление коммерческими кормами. Продолжайте, по крайней мере, до окончания роста скелета животного. Угу. В последующем, при желании, можете перейти на мясо, какие-то специфичные корма и так далее. Ну, короче, да, там никаких витаминов, ничего не надо, все потихоньку. Я еще не закончил. Новая одежда. Что ты хочешь? Ты перепутала места. Штаны должны быть слева. Говори. Да. Например, как нам вынести золото? По песчинкам. Мы превратим 90 тонн золота в песок. А потом придет черед насоса. Дай ему валенок. Решен. Да, вот. Да, зубки осли. Да, термаха вот так. Вторая прививка у нас, весь комплекс. И все, мы готовы к семье. Забирайте нас. Да, Ириш? Вот такие мы вот. 10600. О, красотка. Да, Ириш? И ножки, скажи, какие у нас прямненькие. Ой, ножки у нас выпрямились. Какие у нас красивые ножки. Как у настоящей гончей. Красотка. Да ты красотка. Красотка. Вон какая красотка, да? Настечка моя. Так, давайте к вам попу ее поставить.
Зайка, давай, делайте кончики. Вот, молодец, ой, молодец, моя девонька. Второй? Давай, давай. Ой, 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 умничка.